ЕРГУ стартовала программа обучения наблюдателей Общественной палаты Ярославской области. До конца августа слушатели курса будут изучать различные аспекты наблюдения за процедурой выборов и предотвращения нарушений на избирательных участках. В этом году Демидовский университет сделал большую программу для общественных наблюдателей и фактически образовательную подготовку по общественному наблюдению Демидовский университет взял на себя. И вот сейчас мы начинаем эту работу. Мы должны обучить более 1500 наблюдателей до единого дня голосования. На открывающей встрече в главном корпусе ЕРГУ слушатели курса уже погрузились в правовые аспекты, детали процедуры голосования и особенности информационного освещения выборов. Впереди их ждут несколько недель занятий, а после успешного окончания обучения – документы о повышении квалификации. Когда мы реализовывали обширную программу по подготовке наблюдателей перед выборами в Государственную Думу, мы часто слышали от наблюдателей, что вот хотелось бы им какой-то документ, подтверждающий, что они прошли обучение, прошли аттестацию и так далее. И вот получается, что эти пожелания от наблюдателей были услышаны, и теперь они будут выходить не просто, скажем так, зная, что они прошли аттестацию, а с государственным документом от университета. И я рад, что у меня есть возможность принять участие в обучении наблюдателей и тоже определенные знания им довести, которые будут полезны в дальнейшей работе. Преподаватели курса будут работать как с наблюдателями из Ярославля и района, так и со слушателями из области. Им предстоят выезды во многие муниципальные образования.